В Тверском областном суде вынесен обвинительный приговор 24-летнему жителю Лихославля, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 18-летней девушки. Уголовное дело расследовалось в Калининском межрайонном следственном отделе регионального СК. По версии следствия, 16 июня текущего года мужчина направлялся в сторону города Лихославль, где по пути следования встретил ранее незнакомую ему 18-летнюю девушку, которая шла в сторону деревни Кузовина. Достоверно знаю, что девушка не сможет оказать ему должного сопротивления в связи с его физическим превосходством, применяя физическое насилие, а именно сжимая руками шею потерпевшей и перекрывая дыхательные пути последней, совершил ее изнасилование. Тело девушки обнаружено 17 июня прошлого года у дороги Лихославль-Кузовина. Накануне в полицию обратились родственники потерпевшей. Дочь не вернулась домой. В тот же день подозреваемый был задержан и допрошен. Причастность к инкриминированному деянию он признал. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. В городе Кашин Тверской области ветераны и сотрудники органов безопасности возложили цветы к памятнику Артура Христиановича Артузова. Одному из основателей отечественных спецслужб Артузову исполнилось бы 132 года. Он родился 17 февраля 1891 года в деревне Устиново Кашинского района и стал первым руководителем контрразведывательного подразделения ГПУ ОГПУ. В торжественной церемонии приняли участие воспитанники Тверского кадетского класса ФСБ. Такие мероприятия развивают в нас патриотизм, любовь к своей родине, стремление постичь ее историю. Я считаю, что нам, как кадетскому классу ФСБ, необходимо равняться на такого замечательного человека. Такие мероприятия, они как раз строят мостик между нашей историей и молодым поколением. Приветственность поколения аж, скажем так, крепнет на этих примерах. И поэтому наши кадеты уже второй раз приезжают сюда на такие мероприятия. Я очень рад, если честно, что мы воспитываемся на не бестолковых флешмобах, а на примерах настоящих героев.